Спортивный разговаривать с гражданскими лицами и военными тоже не могу. Мне придется подождать с выбором дня, понимаете, да? Даже я сейчас рассчитала цифры, оказалось, что я до 30-го парализована, понимаете? Да, ведь любой день идет, значит, репрессии. Что бы я ни делал, мне будут вязать свои даты. Так что я приду как за билетом, подумав, что у меня делать, понимаете, так и так не проходит. То есть я где-то до 30-го числа, значит, до четверга. То есть в налевке нахожусь. Давайте я подумаю. Вы же до 12 работаете, правильно? Все. Вот даже у вас, у меня своя работа, у них своя работа, они навязывают свою работу. Даже вас замордовали. А вы-то что, тоже работаете на выборы? Чего вас замордовали-то? Отдыхайте. Отдыхайте. Это важно. Я хотел, кстати, отдохнуть.